Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 17 февраля, последний день очередной торговой недели. Вы смотрите новости на канале Инста ТВ в студии Анна Касаткина. В преддверии выхода очередной порции позитивных данных относительно состояния американской экономики, поведение доллара США было довольно нелогичным. Путь котировки следовал по нисходящей траектории. И даже после публикации сильной макроэкономической статистики график не остановился, а продолжил свое движение вниз для пробития уровня поддержки на отметке 100.60. Тем временем рынок узнал о резком подъеме производственной активности в одном из самых важных промышленных городов Америки, Филадельфии. Индекс производства здесь продемонстрировал максимальное значение с января 1984 года. Улучшилась и ситуация в строительном секторе Соединенных Штатов. За январь было выдано на 4,6% больше разрешений на строительство, чем в декабре. Эксперты предполагали менее резкое оживление в самом начале 2017 года года и прогнозировали прирост в размере 0,2%. Кроме того, о полной занятости продолжает сигнализировать еженедельный отчет с расчетом количества первичных заявок на пособие по безработице. За прошлую неделю число обратившихся за государственные субсидии составило всего 239 тысяч человек. Тем не менее, как мы уже отмечали ранее, трейдеры закрывают сделки на покупку американского доллара. Скорее всего, трейдеры фиксируют прибыль и уже сегодня по традиции возобновят покупки американской валюты с приближением выходных. Вы смотрели новости на канале Тв. Всего вам доброго и удачной торговли.